давай, все, с нихуя молись. Ну, блять, это да. Я второй месяц, ебать, но это хуй знает, ёх, это не война, нахуй. Это, блять, ад, ебучий. Ни обеспечения, да, блять, ничего нет, как собаки ебаные. Живем по ямам, нахуй. По блиндажам, по всякому говну, блять, шароебаем все, нахуй. Так еще и воевать приходится. Понятно. Че, укропа кто-то видел? Да, видел. Они в деревню пытались, блять, зайти, которую мы мародерили, нахуй, подсватывали. Вы еще и мародерите, блин. Ну, а, блядь, видишь, жрать-то что-то надо здесь. Обеспечение ебучее не доезжает периодически. Вообще нихуя. То есть мы как вот попали в жопу, и мы с этой жопы до сих пор не вылазили, нахуй. Мы, блядь, 2 дня здесь сидели в подвале частного дома разрушенного, жрали, блядь, сырую картошку. Ну, пиздец полный, я говорю, здесь, нахуй, никому не нужно и сидим. Понятно. Ты по телефону-то много так не рассказывай. Не знаю, я вон Насте сказал, это, короче, единственный вариант, чтобы меня отсюда выдернуть, это вот через отношения в другую воинскую часть. Если часть меня ждет, меня выдернут в Россию. По-другому мне сказали, я отсюда смогу уехать либо 300-м, либо 200-м, нахуй. Угу. Вот я Настюхе удочку закинул, она занимается этим вопросом, ну, хуй знает. Дожить бы, потому что эти пи***ы, видишь, тишина была 2 дня, нахуй. Они решили в Новый год, наступить чуть-чуть. Тоже хуй знает, как котят кидают туда-сюда, а нас все меньше и меньше. Мы сюда заезжали, у нас 240 человек было раскидано вдоль фронта. Нас осталось 94, нахуй. Нас каждый заезжает по двое, по трое, блядь. То 300, то 200, нахуй. Я говорю, здесь ебучий квест выживания, нахуй, а мы тут не нужны никому. А с мамкой, вот я, блядь, кусался 29-го, я позвонил и объяснил Насте, как надо сделать, чтобы меня выдернули в Россию, нахуй. Так эта ебанутая трубку хватает. Мамка. И говорит, ты хотел в армии служить, вот и служи. Я говорю, ты нормальная? Нет. Я говорю, мне что, теперь сдохнуть нахуй в этой яме не нужно или что?